Ну, если с нами Сева, значит, в порядке, я так считаю. Он, дядька, видишь, уже-то не молодой, 86-го года рождения, так что, блядь. Я думаю, он, ну, уверенно будет двигаться. Себа что-то задумал все равно. Может, он просто русский? Не знаю. Завалили Себу наша пола... Себу. Завалили, пола... Себу завалили. Рост активности в вашем районе. Будьте начеку. Себа к успеху шел. Себа. Ну, если с нами Себа, значит, в порядке. Я так считаю. Он, дядька, видишь, уже-то не молодой. 86-го года рождения. Так что, блядь. Я думаю, он, ну, уверенно будет двигаться. Вот. У меня бинокля нет. Я не купил бинокля. Но я никого не вижу. Какой-то понебратство, почему нельзя призрака отлупить руками? Что такое? Я взял руку, вот, не знаю, как раз. Ну пойдем прикрывать Себу. Он явно что-то задумал. Себа. Вот же план. What are you looking for, man? У меня пропуск от цитадели есть. Да, тоже есть. Себа что-то задумал все равно. Может, он просто русский? Не знаю. Или необщительный, может. Себа, ты инвалид, глухонемой? Он, наверное, не знает. Да. Он, наверное, не знает, где кнопка. Что скажет, знаю, пойдет и свет выключит. Ну он что-то задумал, смотри. У тебя броня есть? У меня пластинки есть. Броня здесь! Ему не надо. Один в районе замечен полевой командир Аль-Наар, позывной пироман. Решайте сами, стоит ли с ним связываться. Я его накумарил. Опа, сейф, да? Один, напоминаю, сейф под охраной. Готовьтесь к перестрелке. Раньше выпущусь. Подойди, дверь закрой просто, и все. Ну, всем дрончик вот запущу сейчас, и все. Это боты. Боты. Тоже боты. А вот это? Тоже бот. Я к аэропорту ближе подлечу, посмотрю, есть, может, люди есть. Там, блядь, пусть. Ультра-1, ваш напарник ранен, вы под обстрелом. Завалили Себу, наша Себу. Завалили, Себу, завалили. Рост активности в вашем районе. Будьте начеку. Себа к успеху шел. Пока ты лежал, Себа... я тебя прикрыл. Отлично. Ух! Все, ты при бабле. Не
никого нет дома, дверь закрыта, да, Вазнев пойдет. Граната, беги! О, да, бодро слепает бот. Как он убегал, видел как. Как быстрее, чем Дуди бежит. Дядин, конечно, маленький. Тут аж в ряд, ладно. А там внутри боты. А, может нет. Может внутри. Ну, шарайшу дайте попробуйте. Пойдем. Там ближе к аэропорту, там уже посмотрим, куда двигаться. Себа, we go on to the airport. Let's go with us. Я пушку запгрыжу. Дуло-дуло-дульное. Боеприпасы не нужны. Ну ладно, мы там сильные, да. И бронебойки поставим, бронебойки поставим. В общем, пропущать, блин. Да, мы ставим. Дуло-дульная. Мы ставим. Зарядился конкретно по нам. Погоди, у меня что-то не поставилось. А, ну, патронник не поставил. Дым. Что дать? 30 патронов мало. Здесь боец противник. Тренируйся. Куда? В красную точку бить? Тренироваться я буду, когда приедет. У меня эти 40 FPS уже вот здесь сидят. Прикинь, да? 40 на 160 на 180. Это будет бомба, мне кажется. Саморез. Стой. Я поднял. Ну, тут два самореза вот лежат здесь. Вот он. Все, еще одного пиромана убиваем, короче. Раз уж прошла такая пьянка, опять ключ выпал. Себу ни за что не прошло. Ультра-1, активность в районе повысилась. Смотрите в оба. Отвечаю самореанимацию.
Раба жалимая, пипец. Здесь штурмовая винтовка. Ну что, пойдем еще раз на вышку. Да, ключ. Ключ выпал опять. Люди, люди там, по-моему, это люди. Тачка как будто бы не ботовская. Не, не вижу. А, не, боты, боты. Боты, боты. Наебался. Ну, обычно машину привезли нам. Такие хорошие ребята. Сильно не беги вперед, сейчас боты там повылазят. Броню поставлю. Проверю, пироман вообще вверху не вижу. Ой, вверху, вверху. Пироман вверху. Поднимайся наверх. Как он меня жестко дамажит вообще. Встанешь? Да-да-да. Все, готовый. Роман готов. Уже не встану. Иду. Я же говорю, поднимайся наверх, зачем ты ушел? Я не беру. Там, по-моему, люди приехали. Сейчас пойдем наверх. Сейчас заходить будут сверху. У нас одна дверь открыта. Самый верный. Эта тачка подъехала, не знаю, чья это тачка подъехала. Ой, давай БПЛА, да, посмотрим. А,
Все. Перячка. Перячковал. Вот, блин. Лохманчик на три. Неплохой. Отметил подсумок на броне. О, броня двойная. Да, тройная. Это усиленная, это вместо трех полостей две насылает. Гораздо эффективнее. Еще пластины бы найти. На. Ну, всем по внизу вообще бегаем. Говорит, я все в этой жизни видел. Поехали сюда. На корабль съездим, посмотрим. На НЛО. Ну, поехал. Ой. Господи. Зачем он вышел? Там стрела. Отвечаю, что я его. А, он увидел танкер. Я решил, что он самый умный. Оно живое. Никто даже не убивал. Смотри, вот и бегут куда-то вверх. Пока здесь посмотреть. Ну тут лутались. Да, понятно, сколько там. 4 склада появляется. У меня это нету просто. Пинок. А это нету это? Бомбоящик с патронами. Нету, блядь. Хуёво, я знаю. Себа. Да, пошел он, короче. У него своя игра. И это не Call of Duty совсем. Я могу БПЛА запустить. Похоже, как будто бы людей нет. Хотя вот... Машина стоит. Она пустая. Ой, полная. Направленная полоса. На корабле чистенько. Здесь тоже металла не было.
боты. Ну да. Ультра-1, к вам идет подкрепление противника. Всё, шмаркни быстренько тарелку. Патронов нет, а так можно. Да ё-моё. Блядь, хрен попадешь по этим шарикам. Сейчас один загрю. О, вот он. Люди, ой, фу, блядь, люди. Боты, боты пришли. Сейчас мы узнаем патроны у них и тихонько. Нету патронов. Ну, одну взорвали. О, пригодится. У меня патронов, да, тут... нет. А снайперки она быстро улетела. Пойдем найдем. Прикольно. Пойдем, пойдем. Бля, я думал, я сейчас один. Нас... Радиация у нас вообще далеко, так что нам путь вообще. Маскировка. Ну, на фол только на снайпер, блядь. Сейчас боты подлетят. Нормально. Ультра-1, ваш отряд рассредоточен. Советую не разделяться. Чуть-чуть нашел потом.
противника в вашем районе умеренная. Один исполнитель противника и ультра один это главный. Ветер распространяет газ. Двигайтесь в сторону площадки. Время есть. Только патронов нет. Сейчас найдем. Да эти скримеры, вот нахер они вообще нужны. Тут уж, блядь, на колонках играть. Опа, слышишь? Ой, а чёрт тебе делать тебе? Люди! Ультра-1, эвакуация одобрена. Где же лежать? Ультра-1, Дина-4 вылетел. Радиация быстро распространяется. Времени... Меня выцеливает. Уходи оттуда. Я магазин нашел. Лучше ты подходи. Вот здесь в доме. Не сомневался, что все бы отпустили. Взял патроны. Да, взял. Набрал. Тепле. Давай сюда. Но не один. Двое. Да. Меня высекли, выследили. Съебался. Я на метку иду, вот эту, чтобы оставил. Далеко. Ультра-1, ваш отряд рассеян. Вместе ваши шансы на выживание выше. А где они находятся? Покажи курс. Здесь. Где точка у меня? Положил одного. Второго положил. Да он там прыгал, видел. Вон он, вижу. Один на вышке. Угу. Эти двое здесь где-то. Вот здесь. Бэпку даю. Давай зайду справа. У тебя есть патроны? Да есть, постреляться есть. По мне дали удар. Брат, ко мне заходит прям. Иду сюда. Тот сидит. Прям подходит.
вплотную подошел. Я отхожу. Отхожу на пригорок. Если получится. Одень. Ты на карте не видишь, что ли? Нет. БПЛ работала. А, все, увидел. Бля, ну пиздец. Не успею встать. Догонит меня сейчас. Не успею. Я воду. Воду уебал я. Отхожу. Ну я одному броню снял. Отходи, ладно. Одевалось последнее. Я на крыше наверху. Их четверо. Это 1 и 4, мы подходим к площадке. Держите ее под контролем. Тебя ищет. Нам надо выбираться. Последняя эвакуация. Слышишь? Слышу, слышу. Вот лодка, вот лодка, давай туда, Виталь, давай туда. Не стреляйся, ничего не делай. Отходи, отходи, отходи. Полторы минуты. Надо за полторы минуты как-то успеть до последнего. Ты на чем, на лодке? На лодку надо, да. Она же вот возле воды прям. Не, надо бежать, бежать, бежать надо. Идти не вариант. Может быть успеем. Или до магазина и пробовать последнюю эвакуацию купить. Я не помню, сколько стоит. По-моему, если скинемся, хватит. Мы не успеем на лодке все равно. Тут оплывать до хера просто. Давай на магазин. Итак, давай на магазин. Пробуем закупиться. Есть. Полетели сами. Патроны есть? А, уже есть все. Блять, успеть, 10 секунд, бля, мы не успеем вообще, Фёдор, мы все умрем. А чё ж он так далеко её поставил? Ну, пись. А вот типы. Ну они тоже пропивают. Но мы не успели совсем чуть-чуть. Давай попробуем что. Я не знаю. Давай. Один, нет, все. Ладно. Где? Да подошли эти козлы не вовремя вообще. Четвертый, вот так и мы надо.